Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, ща включу. Все мои волки делают ау. Делают. Ау! Ну давай по фактам, братка. Ты к земле ближе, чем моя девятка. Если мы базарим не о бабках, то ты слышишь в трубку. Лидер из колонок лупит бас. Люди ненавидят нас. Ты запалишь свои пали, когда в дворе валит бас. Из колонок лупит бас. Люди ненавидят нас. Ты запалишь свои пали, когда в дворе валит бас. Пацанский мухи, братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ау. Привет, всем привет. Ну, ОБС, наверное, не скоро. Через неделю, как минимум. Потому что следующую вахту я на работу иду. Ну, точнее, уже завтра. Такие вот дела. Кто-то на учебе, а кто-то и на работу завтра. Боже мой, не летит вообще никак. Боже, какой я косой. Да боже, хрен убежишь, блин, у меня скорость бега минус 10. Это тяжко бегать. Хрен умоешься. Зашел, блин, в мясо. Алам, дуриносится.
на из бронебойный выстрел. Гребаная П-90. На подрыв идти. Привет, Игорь. Боже мой, не вообще не летит. Почему на украинском? Что-то вообще, блин, с Украины. Понял, принял. Блин, вообще в голову не летит.
Что ты с нее орешь? Боже, вообще перебрить не могу, блин, эти передоны бегают. Понятно все. Да пиздец, вылезли толпа, блин. Мясо, блин, просто мясо. Давай с грены второго. О, заебись, минус два с грены. Боже, одни хп попали, я думал, не заберут. Жесть, вот это на первом месте перебивает в тушу только так. Блин, меня он так бесит. Просто в тушу перебивает челик за пару секунд. Хаешку не докинул, понятно. Ну, не в минусе, и то ладно. Так, ассасинник есть что-нибудь на один день? Во. Okay.
Сейчас хоть мальца буду быстрее бегать, хоть одно радует. Слава богу. Пошлые евреи. Тун-тун-ту-ту-тун-тун. Да, вот что значит долгое время не играл в ПБ. Года два, наверное, не играл. Из-за музыки вообще не слышу. Блин, ну не ожидал я, что он там стоит, если честно. Если честно, не ожидал. Кнопки, кнопки, кнопки. Миссия провалена. Начало миссии.
Охеренно, никого нету. О, на семерке бегают челики. Просто дождался и тупо зажал. Нормально. Угу, не убежал нихуя быстро. Прям как я играет. Давай, ну, не попал. Я думал, не попадет. Прям как я, супер игрок. Миссия успешна. Что, будет заходить, нет? Боже, один там ждал, один там вышел. Нет, по БСу нету новостей. Техподдержка молчит.
Вот. Ну, по идее, завтра снимается, но я завтра на работу выхожу. Завтра уже, по сути, играть могу, но на работу выхожу. Так что, не варик. Нашел, что спросить, я 2,5 года в ПБ не играл. На старый аккаунт я на одну коллекцию карателя только 20к слил. Ну теперь подумай. А сейчас я просто активировал 120 хп из-за того, что купон у меня на минус 10 бега. А так я даже без быстрой смены играю. Миссия успешна. Начало миссии. Здорово, здорово. Так что у меня даже быстрой смены нету. У меня из купонов только этот экспас. А, ну и маску взял, и все. За 7 рублей. Да не, пока донат. Люди донатят, она жить будет. Миссия успешна. Начало миссии. Просто, блин, если в стандартном сотке бегать и с купоном экспас, точность и на урон, то, блин, персонаж вообще медленно бегает. Пришлось 120. Я даже купон не стал покупать на 10 хп. Если интересует, могу после катки инвентарь показать. Собака слил меня. У меня вот в инвентаре по 7 дней купонов на быструю смену на сколько? 18 штук. Но я их даже не активирую. Нахер они нужны? И без смены нормально играется. Давай, братан, тащи, я в тебя верю. Ой-ой, ты чё? Из-за музыки шаги особо не слышно. Хотя позиционирование шагов в ПБ очень дерьмо, однако. Была установлена. Что бета стоит? Это труп. Но я же говорю, труп. 132 перебрил. Не удивлен. Обидно. Не попал ни по кому.
Ага, найс. Да, отвлекался, блядь, и кто-то пропустил длину. Я думал, челик наш по длине. Угу. Аж 10 человек, блядь, по длине. Да, вроде могут восстановить, но там пиздец, там нужно много всяких доказательств предоставлять то, что твой аккаунт. А так, да, могут. У меня у кого-то из знакомых, когда года 3 назад я играл в ПБ, у них такая же шляпа была, вот как у тебя. Они восстанавливали. Но обещать я ничего не могу, это было очень давно. Обидно, что на респе никто не сидит. Если ты его действительно забыл, а не продал, то, скорее всего, восстановят. Ну, блин, если твой... Я просто кто-то говорил, короче, если аккаунты долго не активные, допустим, ими никто не пользуется, их сбагривают, продают сами разрабы. Но я не знаю, насколько это правда, если честно. Если все нормально, то почему нет? У меня на старом аккаунте было 4 или 5 коллекций, не помню. На этом аккаунте нету ни одной коллекции. Вот. То есть у меня не такой сверхдонат. Ну, у меня быстрые перезарядки, смена оружия и так далее. Всего хлама до хрена, но я просто даже не активирую. Нахер оно надо. И без него вроде более-менее играется. Вот такие вот дела. Ну почему, если там много доната различного, редкого и так далее, то почему нет? Раньше-то в ПБ донат дешевый вообще был. Может там купоны, блин, по полгода, то есть смысл восстановить, если честно. Вот собака. Да? Сейчас не знаю, заберет, не заберет. Нормально, так в жопу ему прыгнул. Всегда, когда прыгаю, сразу на НТС. А пофиг, нормально.
Музыка играет, не слышно нихера. Бум. Ну, нормально, его хаишка тогда залетела ко мне. Так. Миссия провалена. Начало миссии. Надо выключить, иначе шаги вообще не слышу. Или надо погромче сделать. Ой-ой-ой, хорошо, мне в жбан залетело. Того убили, я думал. Я один. Миссия провалена. Начало миссии. Миссия провалена. Начало миссии. Не знаю, попробую. Обещать не буду, конечно, но все. Не, вот эту игру любят большинство-то из-за чего? Из-за динамики. Здесь динамика действительно игры бешеная. Где вы сидите? Не знаю, шанс, конечно, маленький на восстановление, но какая-то доля есть. Не пробовал проще новый создать, если вот так пошло, если не получается.
Да боже ты мой, ну чуть-чуть мне хп не хватило, чтобы его одобрить. Обидно, если честно. Миссия провалена. Там сзади кто-то по длине обходил, это точно. Вон они. Да боже ты мой. Ну а что сделаешь? Пойдет. О, нормально, челик затащил. Так, ну по идее третий такой себе. Если не срандомит в голову, то заберет. Восьмерка вроде идет. Но бегает на вот этом, на 8. Да стой, жди, выйдет я сам. Он прошел на бету. Деф отсядет. Ну, так-то нормально он разыграл с ним каточку. Миссия успешна. Начало миссии. А, просто как-то аккуратно отыгрывать. Я привык всегда бегать, рашить. А чё Дэлта отпустили? Санта Гандай. Че, девятка что ли? Ой-ой-ой, хорошо, мне в жбан попал. Нет, по своим урон не идет, конечно же. Здесь нету такого, чтобы урон по своим шел. Миссия провалена. Когда на общике играешь, там динамика еще жесть, еще хлеще. Да боже, со всех сторон у него в натуре голова какая-то скользкая, не могу ему в голову попасть. Реально не могу просто ему в жбан попасть. Миссия провалена. Боже мой,
Нормально, вроде отыграл на НТ. Миссия успешна. Начало миссии. Привет, как стрим? Ну, а как обычно. Ну, динамичные эти игры я еще, если честно, не видел. Скидывай, посмотрим, почему бы нет. Пофиг во что играть, если честно. Кстати, всех спасибо за поздравления от них 16 числа. Я думал 16 числа запустить стрим, но что-то настроения не было. Рвать НТ будут. Они рвут, не хотят. У меня 16 ноября днюха была. Что, подвел все уши? Не успел мальца. Миссия успешна. Начало миссии. Сегодня вообще какая-то слабость, завтра еще на работу, так неохота, если честно. Да боже, ну как вы пропускаете? Ну гребаный в рот. Ой, просто челик, блин, вышел. Топовая хаешка, братан, еще сам себя коцнул. Боже ты мой. Лебеди светлые сны, гордые птицы. В голову. А нет, забрал еще. О, слышит его, давай сейчас сделает. Топает как слон, если быть честным. Успешно.
Да, уже на девятке, конечно. Что-то какие-то шустрые ребята, если честно. Че, он один справится? Один в три остался. 69 хп у него. Чем вот по квартире с такой скоростью летаешь, блин, кофе бы сделала с такой же скоростью. Что-то не хочу я энергетики пить. Да, пиздец. Привет, привет. Победила синяя команда. Сейчас перекурю и вернусь. Не знаю, это только новый автомат. Я Максимака, сука, а, ну тут чисто клановые играют, тут сливать могут инфу. Хотя, навряд ли. Все, лаз где-то остался. А, понятно. Стреляй, тварь! Стреляй! Хрен ли ты там?
Миссия успешна. Начало миссии. Обожаю Иру остался, но его в голову слили. Типы раздали. Я даже никого увидеть, если честно, не успел. Миссия успешна. Начало миссии. Как я его не убил, я не знаю, конечно, но это же я. Миссия успешна. Начало миссии. Да блин, надо было в голову стрелять ей куда-то. А, не рашат, можно вообще даже не идти. Вон как пахнет кексом. В клан пахнет кексом, но и название бум. Со всех сторон еще аптечку. Просто зажали. Миссия провалена. Начало миссии. Была установлена. Да боже, почему бочка-то не взорвалась? Хотел его через бочку убить. Своя респа вроде идет один на широкой. А, нет, даже тут вино лазил. Бомба деактивирована. Миссия провалена. Начало миссии.
Миссия успешна. Начало миссии. Пойду я в общак поиграю. Не хочу, не летит что-то. Найс, мне в банк прилетело. Хорошо, давай, дружище, удачный. Бам-бам-бам. Да нет, это тебе так кажется, это на общаке я хорошо играю. А так я бот. Подание в гору.
Грёбаная хаешка залетела. Да боже, 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 бра. БС на следующей неделе, скорее всего. Да, где-то в понедельник. Не, сейчас скажу. Во вторник. Ориентировочно, возможно, раньше. Да боже, блин. Кик патриота. Меня кикают. Обидно. Только за что? Ой-ой-ой, нормально. Ладно, рашить их бегать. Да боже, ты мой, как ты тут оказался, ты, блин. Да боже ты, я видел того, блин, этого не видел, отвлекся на него.
Привет, дружище. Победила кра... Ну, 35 на 15 пойдет. Блин, а почему мне за них-то закинуло? По балансу я должен был за тех зайти. Кинуло за этих. Так, надеюсь... Да, микрофон работает. То я думал, не работает. Взяли всех, разобрали. Привет. Одного оставили, блин, всех убили. Зачем я тут нужен? Хрен его знает. Миссия успешна. Зашибись, я прыгнул. Чисто по таймингам. Обожаю тайминги, конечно. Это все. Была установлена. Игра Point Blank. Не знаю, когда, дружище, ОБС будет. Скорее всего, на следующей неделе, потому что я завтра на работу иду. 4 дня работаю, потом 4 выходных. Вот, посчитай, через 4 дня.
Я же тебе уже ответил, когда Black Squad будет. Миссия успешна. Начало миссии. Ой-ой-ой, как у меня в голову-то хорошо попал. Чисто в сухую, наверное, сдернем. Или же не получится. Вот и все. О, тут типы проигрывают. Надо за них зайти попроигрывать вместе. Ты что, они без меня проигрывают? Вообще охерели. Во. Ну то без меня проигрывают вообще наглые. Миссия провалена. А может и выиграют, а ласт остался на ВТ. Ой-ой-ой, вот это я встал и просто рандомный в голову залетел мне. Бум. А, вот он. Нашли его все-таки. Бомба была установлена. Миссия успешна. Начало миссии. О боже, дробь.
Гребаная дробь вылетела. Миссия успешна. Начало миссии. Боже, как я в него не попал-то. Да, он какой-то пишет, нигер и нигер. Миссия провалена. Начало миссии. Да, блядь, вот как я люблю эти хаешки, блядь, именно под ноги. Марина у нас АФКш, у вас АФКшник, зашибись. Миссия провалена. Начало миссии. Да боже ты мой. Да можете отписываться, больше БС не будет. Бланк, да, бесплатная, но донат здесь платный, ну, как обычно, а игра, да. Ну, ДНТ коцнул, хорошо. Испугается, нет? Ой, так там его еще давят. Бомба была установлена. На восьмерке. Девять.
выйдет здесь. Или я ошибаюсь? Но я же говорю, сейчас выйдет. Миссия успешна. Начало миссии. Попробовать еще раз взорвать челика. Нет, не со Стима она. Она фогейм лаунчер. Просто напиши по-английски, хоть по-немецки, point blank, и все. И увидишь, откуда ее скачать. Миссия успешна. Начало миссии. Заходи и играй. Мне что, жалко с кем-то поиграть? Бля, не успел убежать, Смит вышел. Все, ласт на девятке был, ВДВ сейчас сделает. А, нет, на миду также, да? ВДВ сейчас вроде сделает. Но ВДВ сделал. Боже. Не успел. Здорово, что с БС? Я же говорю, мне дали там бан за якобы продажу аккаунта или трех, или ну или иным лицам, то что типа якобы давал, играл. Такого не было. Ну вот, ждем, когда разбанят. Девятка. Ты игрался с пистолетами. Я из-за музыки, я его не слышу. Миссия успешна. В смысле, если не разбанят, там время на 14 дней за передажу, ну, типа за продажу аккаунта. На 2 недели.
все, вот завтра время выходит. И все. Сорян, друг. Нормально так зашел. 8-8 камбэк или нет? Да боже ты, ВДВ прыгнул. Все, грубо говоря, камбэк 22-7. Ну, пойдет. Че, пойду перекурю, да вернусь. Зайти на библиотеку, на общий матч повоевать. Победила красная команда. Поиграл. Повоевал. Значит, проспамим, мы убежим. Парни проигрывают. Он не знает, что делать. Сел на бомбу и сидит. О, все с ковров идет. НТ. Ага, хорошо. Ты пытался. Миссия провалена. Начало миссии.
Да хрен его знает, 1004, наверное, плюс-минус, может поменьше. Ты так не пугай. Я тоже давно, вот, последние, может, недели полторы-две играю, не больше. Так я тоже давно не играл. Где-то года три, может. Пизда, меня сейчас ёбнут, у меня мало хп. Если хоть бы не чекнули это место. Бомба была установлена. Ой-ой-ой, снайпер. Скорика меня убил. Миссия провалена. Начало миссии. Нет, она самая популярная в этой игре, люкс. В основном только ее больше задротят. Да боже, дуалы. А давайте с дроби сыграем. Без быстрой смены это тяжко будет. Ну а чё, она как раньше была популярная, люкс, так и сейчас ничего такого не изменилось, все по-старому. Сейчас я с дробью сыграю, без, это, без быстрой смены. Посмотрим, залетит игра, нет? Как думаете? Миссия провалена. Конечно, без дроби, без смены это тяжко. Ай-яй-яй, с двух сторон. Миссия провалена. Начало миссии. Да боже ты мой, одного не вариант, короче. Была бы еще смена быстрая, еще можно было бы попотеть, а так не варик вообще. Миссия провалена. Начало миссии. Да
Да боже ты мой, ну блин, гребаная хаешка, одно хп, еще и хая. Ух, как масочка-то звенит. Боже, это что за ребенок играет? Да за... Он даже не понимает, откуда по нему стреляют. Ура, увидел. Охереть, он еще и убил. Миссия успешна. Начало миссии. Тяжко, тяжко, тяжко. Миссия успешна. Начало миссии. Да боже, еще в сайте я глянул, уже там вроде никого не было. Зачем ты берешь двойные, если ты не стреляешь, когда... Миссия провалена. Начало миссии. Ой, боже, снайпер. По-любому еще на макросе. Ну все, два не очень игрока остались. По идее, должны забрать. Один остался и все. Один в три.
Опять что ли камбэк? Миссия успешна. Начало миссии. Бум. Один в один остались. Такой большой прокидыни не смотришь. Да, блин, я не... Я уже поздно, я спрыгнул с НТ прямо на прокид. Не ожидал, наверное, меня здесь увидеть. Длиннее лазил, бегал. Второй камбэк. Миссия успешна. Начало миссии. Попадание в голову. Двойное убийство. Победила синяя команда. Все сроки забиты.
Ладно, ребятки, хватит. Всем пока.